Чем же тебе так нравится этот туалет? Тебе надо вот зайти этот. Туда, идем. Ну, ты так рассказываешь про него? Я просто. Рассказываю, потому что надо зайти вовнутрь и посмотрим, да. Какие удобства создали для нас жильцов, да. Посетителей, и с детьми, и с кем хочешь. Ясно. Раньше я часто ходила. О, какая-то красивая, да. Да, да, была. Ну, сейчас тоже была, ничего. Была. Хорошая бабушка. Сейчас тоже ничего. А зачем шапку снимать? Ну как? Так он красивее. Точно не холодно? Нет. Степного сизого орла,
Брата Бога, которого любила, брата в очи письма берегла. Ну и как отличиться? Ну, бабушка все равно знает, что это клен, правильно? Да, я знаю, что это клен. Ну, хорошо. Видишь, где Манхэттен? Да, посмотрим вместе. Там, где. Далеко-далеко, да? Да. Туман. Вон там, далеко-далеко. Да, да, да. Такие у тебя, а? Я не знаю, как они называются. Не знаешь, как называются? Ромашки полевые. Да, думаешь? Полевые. Ромашки. Раз, два. Ты побеждаешь.